Абаканское парковое хозяйство продолжает приводить в порядок городские площади. Памятники уже вымыты, осталось только освежить краску на скамейках. Красят парки в этом году совсем мало коммунальщиков. В больших группах нет нужды, потому что марафет скамеек начали на месяц раньше обычного из-за теплой погоды. А значит, времени вагон. В дуэте выходит 15 минут на скамейку. Краска матовая, сохнет быстро, лака сверху не требует. На этом мобильная группа свое дежурство заканчивает. Для вас работали корреспондент Даяна Ивельсон и оператор Наталья Курцева. Делитесь с нами своими новостями по номеру редакции. Это 220-2700. А еще мы есть в WhatsApp, Viber и Telegram. Всего хорошего.